Это первый день фестиваля, для участия в котором приехали спортсмены со всех уголков Башкортостана. Торжественное открытие спортивного праздника проходит в зале спортивного оздоровительного комплекса «Прометей». Участника фестиваля поприветствовал председатель Совета городского округа Юрий Мельников. Он пожелал всем здоровья и успешной борьбы. Выступления артистов города и звездочек по спортивной гимнастике придали мероприятию особый тон. Фестиваль проводится в 11-й раз, и первой площадкой этого спортивного праздника был город Кумертау. Первый фестиваль проходил на этой гостеприимной земле, Кумертау, первый женский фестиваль. Раньше проходили они отдельно, женский отдельно, мужской отдельно, ветеранов отдельно. Решили проводить вместе, и вот получил эффект, что действительно собирает больше команд и сплоченность лучше. Поэтому этот фестиваль, он в первую очередь цели и задачи. Это, конечно, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового вида спорта. В год 60-летия города нам особенно приятно принимать все республиканские соревнования и мероприятия, потому что как можно больше людей и жителей нашей республики узнают и наш город, и наши спортивные традиции, и получают хороший эмоциональный положительный заряд. Потому что фестиваль, прежде всего, это общение. И мы очень рады, что более 250 человек наш город вновь принимает и на 2 дня становится республиканской спортивной столицей Башкортостана. Согласно жеребьевке, в первой половине дня соревнуются женские команды. Положение конкурса неизменно. Соревнования проходят по таким дисциплинам, как бросок мяча в корзину, дартс, прыжок с места в длину, подъем туловища и челночный бег. Участники перед состязанием тренируются и готовятся. Все настроены на победу. По-другому и быть не может, ведь команды состоят из лучших спортсменов. Одни на таком фестивале впервые, другие участвуют ежегодно. С удовольствием участвую, бывала много раз призером, по видам занимала места. С удовольствием готовлюсь, участвую. Дай бог, чтобы фестивали продолжались и продолжались. Настроение хорошее, ваши артисты очень хорошо подняли настроение. Мальчик хороший пел, песня такая же, прям мурашки. И волосы дыбом стали. Настроение хорошее, но участвую не первый раз. Ну, года 4 точно. Но Кумертау я вообще в первый раз. Еще пока не успела его рассмотреть. Вот после соревнований выйдем, посмотрим на ваш город. Вот. Ну, желаю всем удачи, побед, ну и нам, естественно, тоже. Не меньше спортивного азарта и задора на площадке, расположенной в зале Кумертауского педагогического колледжа. Здесь соревнуются ветераны спорта. Возраст женщин старше 45 и мужчин старше 50 лет. Это действительно сторонники активного и здорового образа жизни. Я учительница физкультуры Бахмутской средней школы. 40 лет проработала в школе. Ветеран спорта, ветеран труда. Занимаюсь сейчас на лыжах, ездию на фестивали. У меня сила есть. Нина Ивановна в отличной форме. Она с легкостью садится на шпагат. Это результат регулярных занятий спортом, говорит спортсменка. Можно сказать, что на фестивале собрались единомышленники. Значит, для них это хорошая возможность для общения. Настроение у нас всегда бодрое. В таком возрасте только, вот я говорю, радость вот этого, что мы встречаемся здесь со всеми. Мы друг друга хорошо знаем. Вот, и общаемся. Настрой бодрый на победу. И хочу пожелать всем участникам, чтобы была борьба у нас честная и победил лучший. Во второй половине дня в силе и ловкости соревновались мужчины. Первая дисциплина – бросок мяча в баскетбольную корзину. Баллы насчитываются из 10 бросков по количеству попаданий. Также мужчины соревновались по таким видам спорта, как прыжки в длину, дартс, бег, подтягивание на перекладине. Команды сформированы по результатам отборочных соревнований. Так что для каждого этот фестиваль и проверка своих сил, и праздник. Здесь, знаете, все наслаивается друг на друга. Я, во-первых, не первый раз в этом фестивале участвую. Мне как бы очень нравится вот сам дух соревнований. И вообще считаю, что если есть возможность, нужно принимать как можно больше во всяких видах соревнованиях, участие. Тут же позитив, тонус, поддерживаешь себя, тренируешься, готовишься. Вот. Ну и праздник, конечно, праздник для всех любителей спорта, для активных, здоровых людей. Победители соревнований определяются в личном и командном зачете. Субтитры
Комбинированная эстафета – программа второго дня фестиваля. Участники эстафеты один за другим проходят этапы определенной дистанции. В команде по 4 человека. Полосу препятствий они должны пройти в максимально короткое время. Эстафета, пожалуй, самая зрелищная часть всего фестиваля. Женская сборная города Кумертау соревнуется с командой Нефтекамска. Конечно, каждый стремится к победе, но в первую очередь все участники получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. Мы, надеюсь, победим. Правильно? Да. Мы всю жизнь тренируемся. Ну, каждый день ходим на тренировки на другие. Полиатлон, мастер спорта, акробатика, фитнес. Ну, и я полиатлонистка. Круглый год тренируемся. И за это у нас все получается. Задания для мужчин более усложненные, но все этапы эстафеты они также преодолели достойно. Всего фестиваль собрал 19 команд ветеранов, 19 женских и 20 мужских команд. Места распределены по трем фестивалям среди городских округов, городских поселений и муниципальных районов по набранным баллам за два дня соревнований. В личном зачете определены победители по видам спорта и возрастной категории. Очень много награждений, порядка 470 грамот мы вручаем спортсменам. Кроме этого, они получают медали, кубки и памятные призы Министерства молодежной политики и спорта. Фестиваль. По отзывам, проходят на хорошем организационном уровне. По итогам двух дней фестиваля женская сборная города Кумертау завоевала первое место. Победители получили дипломы, грамоты и ценные призы от организаторов.